Куклы ручной работы, аппликации на этих стендах, образы семьи и детства буквально оживают. И неспроста это главная тема форума. В очередной раз его проводят на базе образовательного центра номер 8. Именно в школе номер 8 он проводится в третий раз. А так, в этом году форуму исполняется уже 18 лет. Можно сказать, что это настоящая образовательная мекка. Здесь педагоги могут обменяться профессиональными навыками и похвастаться авторскими стендами. Год семьи задал очевидную тему. Воспитатели усвоили ее и поделились своим авторским видением. Что является символом семьи? Конечно же, матрешка. И мы начали знакомить детей с этим символом. А дети непосредственное участие принимали здесь. Они раскрашивали в данном случае вот эти вот детальки. Это у нас игра «Танграмма». Мы вырезали, склеивали, а детки раскрашивали. Форум в Пушкинском привлекает внимание не только местных педагогов. На протяжении многих лет сюда приезжают воспитатели из соседних округов, например, из Королева. В этот раз постоянные участники привезли сразу несколько стендов. Очень интересно знакомиться с инновациями, которые представляют педагоги. Ну и очень интересно показать то, что сделали мы. Среди стендов встречаются и много методических материалов, также изготовленных вручную. Но, конечно, такая тематическая выставка – не единственная особенность форума. Большую долю занимают мастер-классы. Здесь фантазия педагогов раскрывается на полную, иногда под музыку. Вышивка, раскрашивание, изготовление новогодних игрушек. Здесь даже ощущается какой-то азарт. У кого же получится лучше? Цель у мастер-классов – сблизить и лучше познакомить педагогов друг с другом. Ну и, конечно, обучить ремеслу, чтобы потом воспитатели могли применить полученные навыки в своей профессиональной практике. И даже этими активностями форум не ограничился. Сегодня можно посетить секции, где коллеги представят устные презентации и расскажут о своей работе, о своих наработках именно в теме взаимодействия семьи и школы. Официальная часть форума короткая, емкая и содержательная. Открывают его, в частности, председатель комитета по образованию Пушкинского Владимир Бахтаяров и директор образовательного центра номер 8 Анастасия Масеева. Каждый год меняется тема. В этом году эта тема связана с семьей и школой. И, соответственно, все стендовые доклады, все мастер-классы как раз-таки привязываются к этой теме. И сегодня, ну да, действительно нашлось столько интересного, что буквально готов поехать и в домашних условиях попробовать. Тема следующего форума, можно сказать, уже определена. Она будет посвящена юбилейному году победы в Великой Отечественной войне. В этот раз количество участников приблизилось к цифре в 250 человек. Главный лейтмотив встречи не только познакомил педагогов друг с другом, но также объединил и определенно сдружил. Здорово, когда на свете есть друзья! Иван Чинаев, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа.